У нас прекрасная солнечная погода. Сегодня еду кататься сейчас на стрит. Ты можешь одеть, скорее всего. Работает, не работает. Добрый день. Робится штука? Робит. О, классно. Так, сейчас пробуем подкачать вилку. А? Стойка. Вилку качать. Стойка? Хорошо, раз чует кисло. И в машине все стойка. А, ну амортизатор, вилка. Да, надо подкачать, бо спустила. Ага, не достає. Переходите. Да. Чи достало? Не, спустила вроде. Привет. А? Что кажешь, интересно? Я до цього не поїду, посніму. What a beautiful day. Короче, я приехал на единственное расчищенное место в городе. Добрый день. Привет. Приехал чуть покататься, пока растал снег тут. Сидуха на 1000 подписчиков, на 1000 барспинов. Если вы хотите убить мои колени и меня самого, подписывайтесь побыстрее на канал, я буду делать 1000 барспинов на вот такой сидухе. Вот самый главный элемент, который нужно возить с собой, не спонсируемым, бля. Вот главный элемент, который нужно возить с собой на покатушке не спонсированному райдеру, потому что у вас в любой момент может что-то оторваться, поломаться, и у вас не будет денег. Ой. Добрый день. Я хотел испытать, вы можете вилочку чуть подкачать? Вилочку подкачать чуть-чуть можно у вас? Да, бо я спустил на заправке, там сосок длинный. В самой вилке. 108, она же дубовая. А ну-ка. Попробуй. Да нет, это мягко для меня. Мягко? Да, для дропа, для фрирайда. Для дропів, да, но для фрирайда то точно не. Там треба, щоб вона хоч трохи робила. Для дропа то да, після презентки на якусь. Я ще згоден, але... Да. Скільки там? 150, наверное, так. Все, дуже дякую. Будь ласка. З мене реклама моїм 880 подписчикам в Ютубі. Дуже дякую. Зараз я виїхав на стріт, а це каталась тих вихідних на дьортах. Це відео смотрив, завтра буде відео. Як ми на дьортах, да, на степапі, там сніг. Я руку чтобы потянуть. Вот такое делал упражнение дома и потянул тут, думал попустить. Короче, было, знаешь, бывает, что не бывало. Отстает второй кусок. О, блин. Ух, бляха, муха, это стрёмная штука. Нема води. Тут тебе слендер знімає.
кроссовок взлетел аж. Давай 180, Макс. Кроссовок взлетел. Ох ты ж, блин. Жопой дырку проткни там и все. Эффекту, да? Главное ногой не торкнуться до цього, до землі. Сейчас так снимаешь. Да ё-моё. Сушу попробую снять. Берестик, ця штука. Як видите, на БМХ було б нормально, а не база байка на МТБ не вміщається. Получається в такому положенні, я вже падаю на спину. І щоб на носу спомнитися, легко може з'їхати колесо, можна лицом обійти рейли. Або рукою. Ну я попробую немножко.
Не знаю, удачный ли ракурс. Короче, лучше ракурса не нашел. Я не могу отпрыгнуть, чтобы на нос нанул. Блин. Чуть не поскользнулся из-за льда. Вот и нос мэнул. Ё-моё. Наклонился на переднее колесо, но оно из-за рывка, когда я наклоняюсь, летело на бок просто, потому что вот такая тонкая рейла. Да блин! Да блин! Блин, это жесть просто. Ай, ё-моё, ну что? Давай еще пару попробуем и все, потому что это жесть. Фиговый. Выше хочу, а я как-то не выйду, я думаю, выше будет. Як вы что, кольцо уже уйдет вперед. Блин. Я понял, снять резину чисто на ободах. Короче, от Виталия я случайно нашел. И сейчас сниму мне бани-бар. Что там, когда будет штука броспина, Миша? Почти. Блять, хуйня. Бать, ободом хуярися, блять. Блять, все равно. А ну-ка, в грипсов. Ай, фиг там. Короче, тоннель прикольный, зачетный. Тільки галі, може, ти не сняв, як вони в дерево головою влупляться. Поняв, в рані, короче, кров з голови йшла. Кров з голови йшла? Ну, він поняв, як шишка така, а потім вечором приходить, показує мені, поняв, тільки волоси розставляє волоси, там, такі, знаєш, вавка. Вавка, кров, типу. Ну, то, що, типу, піздець там крові було, ну, типу, так. Короче, народ, заходьте в групу Віталія, дивіться відео, як пацани в тунель п'яні в'їжджали і головою в дерево бились. Відео, нема з ким реально побіситися, поснімати відео, сам катаюсь, і така вже залупа. От збили їм, то всі, пап, щось знімам, інтересно. А сам, коли катаюсь, то фіг там. О, ти бачив? Короче, покатався, прийшов домой. Звісно ж, здесь пусто. Я покупал кефир, еще немножко есть. Йогурт я выпил, еще молоко.
Что же можно сделать с кефира, с молока, с капусты?